Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Тимоха Лайв. И сегодня мы поговорим на такую тему, как же установить супер обои на свой Xiaomi. Друзья, вы знаете, что вы можете установить себе супер обои абсолютно бесплатно, всего пару кликов. Нет? Тогда досмотрите это видео до конца. Ну а пока поставьте лайк, подпишитесь на канал, кто это еще не сделал, а я вам более детально все расскажу. Значит, смотрите, на всех Xiaomi появилась такая супер функция. Я многие, я смотрю, мне подписчики сбрасывали, да, друзья там, что есть такая новенькая вот штука. Смотрите, когда вы, то есть, листаете, там, к примеру, обойки, когда вы листаете вот такие вот свои картиночки, то у вас появляются вот такие супер обои, которые двигаются, и их очень много. То есть страницу вы вот так вот листаете, видите, они двигаются. Кстати, они очень мало берут не памяти, они очень мало берут батарейки. Потому что это стандартные ксиомовские обои, они вот эти вот с различных приложений. Я вам сейчас покажу, как их тоже сделать, чтобы они у вас были на вашем мобильном устройстве. Значит, смотрите, где они находятся. То есть можете найти темы или обои. Ну, у меня этот пунктик вот здесь, вот в обойках. И смотрите, где их найти. Заходим вот в темы. К примеру, сейчас оно все загрузится. Вы проверьте, потому что может у вас тоже они и быть. А их не нужно будет устанавливать. Может, они у вас установились уже давным-давно и есть, а может и нет. Значит, смотрите, когда вы вот так вот нажимаете «Показать еще», появляется вот такая вот менюшечка, да? И здесь у нас будет очень много различных штук, приколюк всяких. Нас интересует, сейчас, минуточку, вот этот вот последний пункт. И здесь у нас будут темы, обои. Значит, заходим в темы. Это у нас темки, а нам нужен пункт вот этот вот обои именно. И здесь у нас вот такие вот будут два пункта. Мои живые обои, супер обои, эффекты рабочего стола. Вот я уверен, что процентов на 80 у моих зрителей будут только два пункта. Мои живые обои и эффекты рабочего стола. Как видите, это стандартные. Но у меня появился еще новый пункт. Супер обои. Кстати, напишите, у кого два пункта будет интересно почитать. И у кого три пункта тоже будет интересно почитать. Я вас уверяю, я сейчас всем расскажу, не парьтесь, не переживайте, как сделать вот этот вот средний пункт супер обои, чтобы у вас, когда вы вот так вот заходите, смотрите, здесь Земля, Красная планета, вы вот так вот нажимаете, и вы можете увидеть, что у вас будет, да, то есть вы можете увидеть, вот, вот так вот можете сделать, чтобы у вас было применить. Вот так вот можете сделать. Я, например, нажимаю вот так вот, видите, и у меня поменялось, то есть какая красота, да. Я сейчас вам, друзья, более детально все расскажу, чтобы у вас такие были супер обои. Так что обязательно досмотрите видео до конца. Вам нужно будет всего-навсего зайти в мой телеграм-канал, который называется Тимоха Лайв. Ссылочку на него я сразу оставляю в описании. И здесь уже я для вас подготовил вот эту вот программку. Занимает она порядка 60 мегабайт всего-навсего, то есть его скачать очень быстро. Сейчас я все вам покажу в прямом эфире, как это все делается, чтобы вы потом не писали, что у вас там не работает, у вас не открывается и так дальше. Я буду все это делать поэтапно. Значит, нажимаем вот так вот, нажимаем установить, и у вас будет обновить приложение. То есть вам нужно вальпапер обновить просто-напросто. Ну, кому может установить, у кого еще даже не было его. А обновление занимает очень быстро. Идет обновление, версия новенькая залетает, то есть устанавливается полностью на ваш телефон, и у вас появляется новый пункт супер обои. Дальше вы просто-напросто, опять-таки, заходите сюда, в этот пункт, помним, да, как в него зайти. Давайте я сейчас все полностью заново удалю, чтобы у вас было тоже видно. Заходим вот сюда, вот настроечки, заходим в пункт обойки, нажимаем вот здесь вот, вот так вот. Ну, у меня как-то такая вот менюшка, не совсем удобная. Еще захожу в последний пункт человечек, нажимаем обои, у нас появляется супер обои. Я просто в шоке, потому что действительно здесь у нас сколько всего классного. Вот смотрите, давайте горы применим. Вот смотрите, будут у вас такие горы суперобойные.
После вы сами убедитесь, что это действительно круто, и стоит все-таки обновить каждому из вас вот эти вот супер обои и иметь ему каждому. Ну а с вами был Тимоха Лайф. Видео стало полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, но не забывайте смотреть другие ролики, которые я выпускаю каждый день. До скорого, всем пока!